Селям Ленор Ди Каприо, и сегодня мы поговорим о твоей бороде. Что тебе сказала Анашка? Анашка подумала, что я попал в секту. Она не знала, что сейчас это модно. А что тебе сказал? О, это меня бабашка фоткал. В Инстаграме ты подписал эту фотку, что ты с бабашкой сажал редиску? Да, да, так и было. На фонтанах многие ходят с такой бородой. Мне всегда было интересно, не остаются ли крошки от самсы на бороде? Вы знаете, в кипу у пацанов на бороде вы можете увидеть морковчу или майонез после шаурмы от Айдера на центральном рынке. Но если присмотреться, вы увидите пакетик с насваем, который они прячут в бороде. Кипушники уникальные люди, я восхищаюсь. Вы знаете, как-то раз я оказался в Джанкуе на базаре. Я думал, что это Чайнатаун, но они почему-то разговаривали на французском. Джелюпре, джелюпре. Вдруг подходит женщина сзади и говорит: «Каймах по 100 рублей. Каймах по 100 рублей». Я оборачиваюсь и говорю ей: «Ты знаешь, кто я?» А она мне говорит: «Купи каймах по-братски». А я говорю: «Самса есть?» Она: «С баранины две, а острые одна». И я продолжил: «Это слишком дорого для меня». Потом этот запах тандырной самсы я чувствовал, пока не приехал в Симферополь и не поел акайскую шаурму. Айдеру говорю: «Сау, брат». Это показали по АТР, и это было лучшее место, где я когда-либо был. О, машалла. Я думаю, я напишу книгу про Джанкой.